не начальство. Сядешь ты, а не начальство. Понял? Как и предполагалось, этот митинг запланирован как провокация по отношению к людям, которые здесь дежурят, защищают свои кварталы. То есть я так думаю, что цель этого митинга – столкнуть две силы, вот, повязать наших активистов, да, и прикрыть всю эту протестную деятельность. Это стало известно вот только какая-то женщина пожилая подала, что-то сказала, ее там же стали толкать. Это просто, ну, вот это подтверждение, я так думаю. Ни хрена они не получат. Пошли они в жопу. Стройки нет. Молодец.